Сегодня у нас не очень хорошо работает компьютер, поэтому сразу хотелось бы проверить связь. Поставьте, пожалуйста, пятерочки, если меня хорошо слышно. Хорошо, я вижу, что слышно. Но тем не менее, из комнаты что-то сегодня не так. Бог не мог в нее войти. Ну ладно. Еще бы я хотел бы узнать, есть ли в комнате кто-нибудь, кто еще не в компании GVO и мало с ней знаком. Если есть такие, поставьте однерочки. По всей вероятности собрались одни стычки. Так, звук фонит, пишут. Ну, по всей вероятности, все-таки что-то сегодня с комнатой не так. Ну, будем надеяться, что пойдет нормально. Так, ну, в принципе, новичков, я так понимаю, нет. Ну, все равно люди просили запись, если запись, конечно, получится. Поэтому немного расскажу в таком порядке. Сначала немножко о себе, то есть кто я. И впоследствии потом о компании, о ее сервисах, какие сервисы есть, в чем различия, о системах Александра. Соответственно, потом о новостях, какие нас ждут в августе, в сентябре. Ну и в конце, если будут вопросы, соответствующие на вопросы. В принципе, вот видя по слайду, да, видно, в свое время я работал на заводе. Был работником, он также был активным пользователем интернета. Ну, всегда что-то искал довольно-таки долго, упорно, на протяжении, так скажем, лет, наверное, 7 искал. Что-то зарабатывал в интернете, что-то получалось, что-то нет. Пока, вот где-то чуть больше года назад, я не наткнулся на систему Александра Ивановича, в то время система видеоцентр, и, соответственно, познакомился с самим Александром впоследствии, познакомился с Аней GVO, которую он продвигает активно в своих системах, ну и в дальнейшем и с основателем, и с коммерческим директором на семинаре. Питере. Многие ребята, я здесь вижу, есть, кто тоже там был. Сейчас, вот видели, да, раньше вот так, такое у меня было рабочее место. Ну, уже год я не работаю. Сейчас мое рабочее место выглядит вот таким вот образом. Я работаю, грубо говоря, но это фактически единственный, так скажем, мое средство заработка, и компания GVO является единственной компанией, с которой я работаю уже на протяжении года вполне плодотворно. Здесь вот можно видеть Александра, моего наставника, который, в принципе, изменил мое представление вообще в интернет-маркетинге, о заработках в интернете. Как я уже говорил, что я, в принципе, у меня когда-то получалось что-то где-то заработать. И, ну, знаете, вот не было, наверное, общей все равно картины. То есть было много информации в голове, но она была такая разрозненная. Сгруппировать вот помог мне как раз ее Саша. Когда я у него уже обучался, в то время это было Runet Secrets X,
вот эти все мои знания, которые я до этого там с каких-то курсов откуда-то черпал, они все стали вставать, так скажем, на свое место, стал изнутри понимать, видеть, как все это происходит. Вот. Вместе с знакомством с его системами, соответственно, я и в то же время познакомился с компанией «Живело» и с ее сервисами. Стал активно работать с системами, работать с сервисами. Подключил в свое время все, что предлагалось, потом подключил гораздо больше. Но в дальнейшем я немножко расскажу, в чем разница сервисов. Также побывал на семинаре в Питере, был очень рад, где познакомился и с Сашей уже лично, и с Джейлом, и с Майком. То есть это Джейл Тейн, знаете, да, основатель компании «Живело», и Майк Котвин, это коммерческий директор и человек, который отвечает за, скажем так, за русскоязычный этот, так скажем, пространство, которое «Живело», за тех пользователей, которые находятся на Рунете. Ну а теперь давайте немножко, в принципе, расскажу о тех сервисах, которые представлены компанией «Живело». Самый, так скажем, первый сервис, к которому я в свое время подключился, это Cosmic Profit, хостинговая платформа с набором нужных инструментов, так скажем, для сайта. То есть этот Cosmic Profit, он имеет в себе, так скажем, хостинговое пространство трех сайтов, то есть вот простой. И, соответственно, все нужные инструменты для развития этих сайтов, которые там будут располагаться. Видеописьма, это страница сбора контактов, это автореспондер, соответственно. Но здесь, так скажем, минимальный набор. Вот, сразу скажу, что на хостинг-аккаунте есть не только Cosmic Profit, есть более расширенный аккаунт Titanium, который у меня. Там уже и сами инструменты, то есть более широкий спектр, там больше подписная база, комната побольше, и компании можно создавать больше, то есть там можно до 100 компаний, если входим профит всего 5 компаний можно создать, то на Titanium уже 100 компаний. Ну и, соответственно, стоимость его повыше. И у него немножко поинтереснее маркетинговый план. То есть вот я немножко сейчас заострю внимание на маркетинговый план. Почему? Потому что, ну, в первую очередь, у всех сервисов они немножко разные. И не стоит их объединять в одну кучу. То есть как происходит в хостинг-аккаунте, то есть в том самом Cosmic Profit. Там есть только, в принципе, само подключение. То есть, когда вы к нему подключаетесь, вы уже автоматически становитесь его партнером. Ну, в отличие, допустим, от того же самого Pure Leverage. И здесь распределение прибыли идет таким образом. У вас с первого подключения идет, когда к вам подключается партнер, 50% с его оплаты. И в дальнейшем, в следующие месяца, идет 5% оплаты, но, так скажем, со всего дерева. Так как здесь есть такой деревообразный маркетинг, грубо говоря, разложение такое, что все люди, которые находятся в вашем древе, то есть с второго месяца, 5% от всех их оплат идет вам. Ну, сами понимаете, что вроде 5% сумма небольшая, но так как дерево может быть довольно-таки большое,
ветвистая и глубокая. Вот, 10 уровней оно берет на основном аккаунте. И в дальнейшем появляются позиции прибыли. И с этих позиций прибыли также может на 10 уровней в глубину брать вот эти вот все выплаты. Титаниум в этом плане он абсолютно такой же, с единственной разницей, что у Титаниума еще есть 20% от оплаты ваших прямых, от заработка ваших прямых партнеров, то есть не от оплаты, а именно от заработка ваших прямых партнеров и от заработка ваших позиций прибыли. То есть если у вас есть какие-то позиции прибыли и у них уже есть свои, так скажем, веточки, свои партнеры под этими позициями, то, соответственно, эта позиция зарабатывает какую-то определенную сумму, и вот 20%, то есть кроме тех денег, которые идут на основной аккаунт, еще 20% идет непосредственно с позиции прибыли. С этой. Ну и также и с прямых партнеров. Допустим, если ваш прямой партнер заработал какой-то бонус, к примеру, выиграл недельные соревнования, которые постоянно проходят в хостинг аккаунте, есть такой лидерборд. Каждую неделю проходит соревнование, то есть 5 человек, которые подключились и оплатили, это идет бонус $100. Соответственно, если, конечно, они оплачивают с первого раза, без задержек. И вот представьте, если ваш, например, ваш партнер, вы Титаниум, и ваш партнер прямой заработал этот бонус $100, то 20% от этого бонуса в случае заплатите вам. С этого с ним, конечно, ничего не возьмут, а вот именно этот вот 20% его заработка компания начислит вам. Потому что вы Титаниум. Теперь давайте поговорим о Pure Leverage. Pure Leverage – это вообще уникальный сервис. Чем он уникален? Pure Leverage переводится как чистый рычаг или чистое плечо, потому что здесь по факту заработок основной может складываться непосредственно не только из ваших стараний, а из стараний уже вашей команды. Почему здесь идет 100% комиссии? Потому что Pure Leverage совсем другой маркетинг-план. И тут идет первый месяц 100% от оплаты ваших прямых партнеров. А со второго месяца начиная идет 50% от их неоплаты. И подключается уже еще один бонус, matching check бонус. Там идет 50% от заработка ваших прямых партнеров. Само собой, также ваши партнеры получат свои деньги, а 50% от ихнего заработка компания начислит вам. Но Pure Leverage уже нет такой вот партнерки, как Home Profit. Там, чтобы, когда вы просто покупаете пакет, вы становитесь клиентом. А чтобы зарабатывать деньги, Pure Leverage, чтобы продавать вот этот вот пакет инструментов, то есть предлагать его другим людям и получать за это деньги, вы должны стать реселлером и платить реселлерские взносы. Вот как раз вот эти вот реселлерские взносы, они идут непосредственно напрямую в компанию. Почему люди, да, будут спрашивать, как же так? Если все деньги, которые зарабатывают, ну, грубо говоря, которые вращаются в компании на оплату, то есть на 100% оплату комиссии людям, то что же получает компания? Вот компания как раз и получает вот эти вот реселлерские взносы. Все остальное, все, что люди платят за сервисы, уже идет на распределение по партнерам. Также вот есть год бэкап, мы потом чуть попозже к нему еще вернемся в процессе нашего вебинара. Он построен в
по той же схеме, как и PureLabel. Это облачное пространство с разными тарифами, так скажем, с разной ценой. Облачное пространство, но которое, в принципе, знаете, не ограничивает вас ни в чем. У вас может сломаться там компьютер, ноутбук, у вас может полететь диск, но если у вас будут данные храниться, которые вам нужны в этом облачном пространстве, с ним уже ничего не случится. И, соответственно, вы ими можете по-разному оперировать, ну и, соответственно, в зависимости от вида тарифа, можете либо просто хранить, либо иметь довольно приличное пространство. Здесь работает та же схема, чтобы продвигать Good Backup, надо быть реселлером. Ну, если так скажем, сказать правильно, то есть вот этот реселлер, он и на PureLabel, и на Good Backup, это один этот реселлерский аккаунт. То есть если вы реселлер, и у вас есть и Good Backup, и PureLabel пакет, вы можете продвигать то и другое. То есть не нужно два реселлера, а нужен как раз один реселлер. Это право от компании, право перепродажи ее продукции. Ну и, само собой, я не мог не сказать про VIP-аккаунт, потому что я также являюсь обладателем VIP-аккаунта. Что дает VIP-аккаунт? Ну, это уже расширенный автореспондер до 50 тысяч подписчиков. Соответственно, большая вебинарная комната, 250 мест. И большое количество внутри видеоматериалов, включающих тренинги, всякие разные вебинары. И в основном английский, но уже и наш. И также имеет VIP, пакет VIP, также имеет 100% комиссии со всех VIP, которые находятся под вами. Каким образом это выглядит? Сейчас постараюсь объяснить. То есть, если, допустим, вот вы VIP, к примеру, да, VIP, он также имеет оплату ежемесячную. Не надо думать, что если вы оплатите VIP, то все остальное вам платить не надо. Нет, VIP это абсолютно дополнительный пакет услуг, который оплачивается отдельно. И, соответственно, начисления за использование VIP вашими партнерами также идут отдельно. Также идет 100% комиссии с первого месяца. Так, в пакете Peer Leverage также со второго месяца 50% и включается месячный чек-бонус. Ну, абсолютно прямо по той же самой схеме. Единственное, что если, допустим, у вас пакет VIP, вернее, пакет Peer Leverage, и вы VIP, и у вашего партнера также есть пакет Peer Leverage и пакет VIP, соответственно, и с того и с другого пакета вы будете получать деньги, то есть оплата этих пакетов. Ну и, соответственно, если, к примеру, ваш партнер, а вы VIP, да, тоже неплохо, потому что вы же не знаете, вот, к примеру, ваш партнер не VIP, но к нему подключится другой человек, там, третий, четвертый, кто-то из них станет VIP-ом. Соответственно, ваш партнер за это деньги не получит, потому что получает с VIP-ов только VIP-ы. Ну и, соответственно, эти деньги получите вы, так как ваш партнер VIP-ом не является. Вот такие вот преимущества у VIP-аккаунта. Ну и, в принципе, вот знаете, чтобы начать бизнес в интернете, ну, не так уж и много нужно. Нужен, так как, в принципе, вообще в интернете все завязано на продажах, в основном на прямых продажах, поэтому, соответственно, чтобы зарабатывать,
и что-то продавать, неважно, как вы будете это делать, нужен продукт, желательно продукт качественный и который уходит со спросом. Вот как раз компания GVO выпускает такие продукты уже на протяжении почти 17 лет, может быть, даже уже 17, я точно не скажу. Вот. Нужна подписная страница, соответственно, рассылка серии писем, личный сайт или блог. Вот Юрий Леверич как раз все это есть. И рассылка, вот чем, ну, Юрий Леверич это вообще, в принципе, это уже сам по себе, он самодостаточный такой бизнес, грубо говоря. Потому что там уже фактически все готово. Там есть вот эта вот рассылка серии писем, это, если кто-то не знает, это следование за клиентом. Соответственно, если вот представьте, что вы продвигаете, допустим, непосредственно прямую ссылку на Pure Leverage, и человек, когда попадает, регистрируется, ссылка, соответственно, также попадает в эту систему следования клиентов, которая от вашего имени уже ему рассылает письма. Ну, тут к чему я вот подвожу сейчас, то что, кроме того, что вот сама система Pure Leverage, она самодостаточная, но чтобы, так скажем, нам было еще удобнее работать, еще проще, особенно на Рунете, вот как раз Александр Иванчин и создавал свои системы. И сейчас я немножко расскажу про сами системы. Вот. Система JustInForce. На мой взгляд, наверное, самая денежная система. Почему? Ну, не только, кстати, не только самая денежная, но, наверное, еще и самая емкая по обучению. Потому что в нее заложено как подключение к хостинг-аккаунту, также подключение к Pure Leverage и серверу, и вплоть до VIP-а. Вот поэтому она, я считаю, что она, так скажем, денежная, потому что она ведет человека на полное подключение. Почему она одна из самых емких по обучению? Ну, потому что, во-первых, так как Pure Leverage у вас есть блок преднастроенный, система JustInForce, она обучает и помогает начать работать с этим блоком, как его настроить, как начать первые публикации делать. И, соответственно, еще обучает, как работать социальной сетью Facebook, и как их интегрировать, то есть одно в другое. То есть как работать с ними взаимосвязано. Поэтому я считаю, что JustInForce, ну, была такая самая емкая по обучению. Следующая система – Fast Plugin Site. Эта система очень хорошо подходит тем людям, которым, допустим, мало просто иметь блог, и им нужен свой сайт, желательно сайт, который работает с партнерскими программами. И что заложено в этой системе? В этой системе заложено подключение к хостинг-аккаунту. В нее заложен довольно-таки хороший такой шаблон, именно который вот, ну, с ним легко работать как раз как с партнерским сайтом, потому что там уже некоторые плагины нужные, предустановленные, ну и идет, соответственно, добавление в процессе обучения. Идут подсказки, какие плагины еще надо установить и как с этим сайтом работать. Что немаловажно, потому что не просто как его создать и установить,
а именно как начать с ним работать, как начать делать публикации, как правильно это все оформлять. Ну и само собой система Full of Paid Day. Чем хороша эта система? Ну, так скажем, она довольно-таки легкая, с одной стороны, а с другой стороны она включила в себя все предыдущие системы, потому что когда человек попадает в Full Paid Day, он также из нее может попасть в JustInForce, также может попасть в Fast Plugin Site. Здесь также, как в JustInForce, есть подключение к хостинг аккаунту, Pure Leverage подключение, и был добавлен Traffic Mountain. Для чего он был добавлен? Ну, он был добавлен для того, чтобы люди немножко научились работать с трафиком, потому что в первую очередь всегда вот сталкиваются с такой проблемой, именно проблема трафика. Ну, так скажем, люди не всегда правильно представляют, что такое трафик, и зачастую вот так вот жалуются: ага, я вот не умею приглашать. Мне говорили, что система работает без приглашений, а тут надо кого-то подключать. Ну, все правильно. Система работает на самом деле без приглашений. Просто люди этого не всегда понимают это правильно. А, так скажем, почему надо подключать людей? Потому что если их не подключать, то, в принципе, заработка... Ну, нет, в принципе, в интернете заработок, он весь строится на продажах. Соответственно, на продажах личных, на продажах командных. И в любом случае, чтобы нормально зарабатывать, нужна команда, нужны подключения. Соответственно, что дает система? Система дает, ну, грубо говоря, делает 90% работы за вас. Она вам только ее нужно настроить, фактически вам никому не нужно звонить. Это касается вообще абсолютно всех систем, Александра Иванчина. Никому не нужно звонить, кого-то уговаривать. Нет, вам нужно просто обеспечить поток трафика, поток людей, которые, так скажем, увидят эту систему, которые попадут по вашей рекомендации, по этой ссылке на эту систему и сами уже примут решение, подключаться к ней или нет. А ваша единственная, самая такая, скажем, огромная задача, это, то есть, чтобы таких людей было как можно больше. Ну, соответственно, по возможности этим людям потом надо помогать, если они что-то не понимают. Хотя на самом деле системы такие самодостаточные, что если человек просто возьмется, сядет и начнет смотреть, он, в принципе, без труда сам ее настроит и сам разберется. Ну, если у него какие-то небольшие вопросы, во всех системах есть контактные данные спонсоров. JustInForce, например, у меня есть даже Skype. Люди иногда вот связываются из системы по Skype со мной. В этом нет никакой проблемы. Ну и как я, в принципе, анонсировал, что будут новости, давайте вот перейдем немножко, так скажем, к новостям. Одна из самых важных новостей — это у нас сейчас проходит бета-тестирование автовебинаров. Что такое автовебинар? Что он себя представляет? Ну вот примерно так выглядит страница захвата на этот автовебинар. В нем подключены довольно-таки серьезные сервисы. Когда человек попадает на эту страницу, он может выбрать сам, так скажем, время, когда он хочет присутствовать на вебинаре, либо посмотреть в записи, либо выбрать дату там из предложенных дат и времени. И те сервисы, которые... Ну, тут еще, кроме GVO, еще подключены сервисы специальные, которые Саша специально оплачивает сам.
там идет о оповещении. Оповещение как раз о предстоящем вебинаре. Вебинар довольно-таки не короткий, довольно-таки емкий и ведет впоследствии на подключение к пакету Pure Leverage. Сейчас вот проходит бета-тестирование. Ну, из бета-тестирования, из этого я как раз в нем участвую. Участвует в нем несколько человек. Что бы хотел бы отметить, что вот, этот, вот эти вот автовебинары, они очень хорошо подойдут людям, которые любят работать с теплым трафиком, у которых есть теплый трафик. Или, так скажем, хорошо, ну, есть, допустим, своя какая-то подписная база, или человек любит работать с чужими подписными базами, потому что чужая подписная база — это, в принципе, тоже теплый трафик. Просто это не ваш теплый трафик, а теплый трафик того человека, чья база. Вот именно что по этому теплому трафику очень хорошо автовебинары будут работать, когда они запустятся. И как к ним можно будет подключиться. То есть тестирование будет проходить, наверное, еще недели две. И где-то, наверное, ближе, может, к середине или к концу августа запустится. Соответственно, чтобы стать участником вебинара, человек должен быть реселлером. Ну, сами понимаете, что это вебинар идет непосредственно на Pure Leverage, а, соответственно, когда человек продвигает Pure Leverage, чтобы зарабатывать на этом, он должен быть реселлером. Я точно не знаю, каким образом будет происходить подключение после запуска. По всей вероятности, будет какая-то форма, которая будет отправляться, которую вы будете вносить свои данные, и эта форма уже, соответственно, будет отправляться непосредственно в GVO для проверки, на самом деле, являетесь ли вы реселлером. Вообще, есть такая, так скажем, вероятность, что впоследствии чуть-чуть позже, автовебинары будут работать, уже подключиться можно будет только VIP-реселлером. Но это еще пока не факт, и если это и будет, то это будет не сразу. Поэтому не пропускайте новости, когда увидите, что запуск совершился, пока это все не перешло на более высокий уровень. Соответственно, если вы даже не видите, и вы подключитесь, никто у вас потом этой возможности не отберет. И, соответственно, у вас будут эти автовебинары. Еще к следующим новостям. Наверное, многие видели такую страничку GodBackup. Страница захвата, ну, там, в принципе, их несколько в наших аккаунтах. Вот, а видите, она англоязычная, да, также там, на ней присутствуют англоязычные, так скажем, отзывы. Вот, очень скоро эта страница будет на русском языке, с русскими отзывами, и мало того, что она будет полностью русифицирована, готовится также и система, даже точнее сказать, две системы. Ну, скорее всего, будет сначала запущена русская, а потом английская версия системы, которая будет как раз вести на GodBackup. Это будет, наверное, все-таки ближе к сентябрю. Вот, но это будет. Я думаю, что это будет очень здорово, потому что, ну, скажем так, вообще любое что-то новое, та же самая новая система, новые страницы, это всегда хорошо, потому что, ну, любая система со временем замыливает людям глаз, так скажем, даже какая бы она ни была хорошая, а любое новшество, это, так скажем,
маркетинговый ход. И это всегда хорошо. Соответственно, где-то конец августа, начало сентября, я так думаю, что система одна за другой пустится. И будет там доступна. Еще одна, скажем так, приятная новость. 11 августа, наверное, многие видели в Фейсбуке эту картинку. 11 августа пройдет конференция прямая, непосредственно, как я понял, конференцию будут проводить Александр Иванчин и Майк Потвин. О чем это будет конференция? Она будет о контест-соревновании. То есть будет соревнование проходить, будут денежные призы. Денежные призы, и начнется оно, наверное, ну, так скажем, узнаем мы точно 11 августа, да, но так, по предварительным данным, это где-то планируется запуск этого на конец, соответственно, так как оно будет проходить, по-моему, месяц, ну, это значит фактически конец августа, сентябрь. И соревнования это будет проходить по подключениям реселлеров. Именно что? Ну, реселлер. Реселлер это фактически человек вашей команды, который так же, как и вы, занимается бизнесом. Вот, соответственно, чем больше у вас будет таких людей в команде подключиться вот в этот период, в этот месяц, тем больше вероятности, ну, так скажем, победить в этом соревновании. Я так понимаю, что там будет не только первое, второе, третье место, наверное, будет их больше. Вот. Вот такие, в принципе, приятные новости. Ну, лично я считаю, что приятные. Потому что, ну, в любом случае, любое соревнование – это всегда здорово. Это всегда мотивирует людей на более активную деятельность, на большую производительность, скажем, и на желание не просто заработать денег, но и быть в числе лидеров и, соответственно, получить за это вознаграждение. Вот, в принципе, о новостях все. Ну и как, хоть это была и не презентация, но я в любом случае, так как мы находимся сейчас в комнате GVO, ну, в комнате как раз GVO компании Peer Leverage сервиса, не могу не заострить внимание на то, что если есть кто-то, кто еще не с нами, то не имеет пакета Peer Leverage, он может подключиться непосредственно прямо из комнаты, нажав на баннер в правом нижнем углу, зарегистрироваться за $1 на пробные 7 дней, ну, в дальнейшем 24,95 ежемесячно. Либо обратиться к тому человеку, который его пригласил, к своему непосредственному спонсору, к своему пригласителю, чтобы он ему подсказал, как это правильно сделать, либо предоставил систему, с которой он мог бы сам, где ему хочется, так скажем, по своему желанию подключиться. Потому что сейчас на самом деле для как раз русскоязычной команды практически везде есть вот это вот подключение на период за $1. Это и есть в хостинг аккаунте, это есть и в Peer Leverage, это есть и в GodBackup. Ну, в принципе, наверное, все из новостей. И, так скажем, вкратце рассказал о системах и о сервисах. Теперь жду ваших вопросов. Открою чат побольше.
Вопросы, в принципе, можно задавать, ну, практически на любую тему, потому что я, ну, не просто являюсь, допустим, там, одним из лидеров компании. У меня также подключены абсолютно все сервисы полностью, да. Соответственно, я о них знаю. И также у меня работали хорошо и работают, продолжают все системы Александра. Я их также хорошо изнутри знаю. Если есть какие-то именно вопросы, ну, практически, наверное, на любые могу ответить. Ну, или в крайнем случае постараюсь. Хороший вопрос. Я зарегистрировался однажды и забыл свой логин и пароль. Как я могу создать новый пароль, куда мне обратиться? Хороший вопрос, но немножко не полный. Марина, уточните, пожалуйста, куда вы зарегистрировались? Потому что, как я уже только что рассказывал, регистрация могла происходить как в сервисы, так и в системы. Так, Азалия. Если оплачивается пакет в год бэкап по меньшему тарифу, а нижестоящие платят по большому, как распределяется комиссионный? Ну, насколько мне известно, год бэкап не имеет значения. Я могу, конечно, ошибаться. Но, по-моему, не имеет значения, какой у вас тариф, соответственно, какой тариф оплачивают, и по такому тарифу вы и получаете. Может быть, у нас есть в комнате Вайва Аренд, возможно, если я не прав, она меня поправит, но, по-моему, именно так, разницы никакой нет, какой у вас тариф, есть пакет и есть оплата. Ага, Марина, так, ну, давно ли вы этим занимаетесь? Расскажите свою историю. Ну, в принципе, я рассказал, вы, наверное, может быть, поздно пришли, я рассказал об этом в самом начале. Я работаю чуть, наверное, больше года с компанией GVO и с ее сервисами, и, соответственно, с системами Александра Иванчина. Являюсь одним из лидеров GVO Пирлевич на русскоязычном пространстве. Имею постоянный заработок. Это является моей единственной работой на данном этапе, потому что раньше я работал так, в совсем другой сфере. Так, какие у вас есть успешные действия, чтобы люди, которые зарегистрировались в системе ФОПД, начали действовать, что-то делать и т.д. Ну, давайте к этому вопросу подойдем масштабно. То есть, если вы пригласили двух человек в систему, вы имеете возможность с ними поработать, так скажем, навязать себя как спонсора и учителя, и с ними заняться. Если вы пригласили в систему, так как, допустим, вот это сделал я, несколько тысяч человек, ну, я думаю, у вас просто физически не получится с каждым списываться и что-то ему объяснять. Но на самом деле системы, они самодостаточные, и, соответственно, в них все обучение заложено. Вы можете просто сказать человеку, чтобы он просто посмотрел. Потому что, ну, вы реально не сможете, если у вас пусть людей много, вы не сможете с ними работать на самом деле. Поэтому и системы ну, продвигаем как раз вот через интернет-маркетинг. А интернет-маркетинг, он, ну, как вам объяснить, это совершенно другое. Это не то, что раньше был рекрутинг, когда кто-то кому-то звонил, чего-то рассказывал, чего-то навязывал, подключал там трехсторонки, спонсоров.
Здесь все сделано, чтобы человек, попав в систему, мог сам этому всему обучиться, а если уж чего-то не понял, тогда уже связаться со спонсором, спросить, попросить поддержки. Но на самом деле я особо не связывался. Многие из моих спонсоров уже и не работают давно. Так что многих я обогнал, так скажем, еще на начальном этапе. Поэтому, ну, я лично не вижу в этом смысла, хотя, если вы хотите, вы можете связываться с отдельности. Сколько часов в день вы уделяете этому бизнесу? Знаете, на самом деле я большой лентяй. Я вообще не уделяю, наверное. Вот сейчас я с вами разговариваю. Не, правда. На самом деле я большой лентяй. Наверное, если бы я был бы не лентяй, я бы, наверное, вообще очень многого добился. На самом деле, это не очень много времени уделяю. Явно не столько, сколько я работал на заводе. Когда я тратилось по 10 часов в сутки. Ну, когда, как, по настроению, смотря, что я делаю. Какие действия я делаю. Я не считаю это какой-то тяжелой работой. В принципе, работа, наверное, должна приносить радость. Я сильно об этом не задумываюсь, сколько я времени трачу на это время. Но точно могу сказать, что целыми днями возле компьютеров не сижу и никакие посты не размещаю. Если связь между количеством кликов по бесплатной рекламе, трафик Monson, предлагаемым платных кликов. Странный вопрос. Но в школе вопросы пошли и по трафику Monson, то, в принципе, знаете, если вы войдете в кабинет FillPayday и откроете там вкладочку, сейчас я скажу, как она называется, внутренние тренинги по системе, там есть несколько довольно хороших видео, которые, вот, если вы посмотрите, то у вас, в принципе, отпадут вопросы. Вот эти вот бесплатные клики, для чего это сделано компанией? Бесплатные клики – это типа квалификации. То есть вам надо раз в сутки просмотреть 10 бесплатных реклам, вам за это начисляются кредиты. Эти кредиты вы можете использовать для прокручивания своей рекламы, то есть для своего трафика. Вы можете не 10, вы их можете 100 просмотреть, если вам заняться нечем, там они по 20 секунд. То есть, соответственно, потом на свою какую-то страницу пустить все это количество показов. Там с единственной разницей, нужно, многие вот недопонимают, что в трафик Monson надо обязательно, чтобы у вас аккаунт был платный. А аккаунт платный, это, в принципе, довольно-таки несложно и недорого стоит. Даже при покупке, при любой, так скажем, покупке в трафик Monson, какая бы ни была у вас покупка, даже за $1, вот стоит вам вот купить какую-то рекламу, да, допустим, даже за $1, все, ваш аккаунт стал платным. А в чем разница между платным аккаунтом и бесплатным? Во-первых, по-моему, немножко по-другому начисляется. Я просто не помню, как... Я недолго был на бесплатном. Я не помню, как кредит начисляется, но, по-моему, их начисляется как, в два раза больше. Во-вторых, на платном аккаунте то, что зарабатывают ваши партнеры, вы получаете 100%, на бесплатном только 50%. Соответственно. Ну и если вы внимательно там видео, особенно про пакеты, или возьмете, посмотрите на моем канале YouTube, я там рассказываю про пакеты, показываю, как это все подключается. Лично я вот, ну, я зашел, купил пакет, соответственно, пустил ту рекламу, куда мне нужно, которая прилагается к этому пакету. И деньги с этого пакета каждый день по $1
с, там, с копейками, с этого пакета начисляется. То есть вы купили за 50, а начислится вам в процессе 55. И вот они начислились, вы можете купить еще один пакет, либо вывести их. Но я их деньги не вывожу. Сейчас у меня на данный момент работает 8 пакетов. Было всего 10, работает 8. А покупал я один пакет всего. То есть остальные деньги, весь остальной трафик, он как раз взялся из уже заработанных в трафик мультим денег. То есть у меня на 50 долларов собралось. Я покупаю следующий пакет. Предыдущие пакеты еще не отработали. И, соответственно, сколько вот если у меня сейчас 8 пакетов работает, с пакетов минимум 8 долларов в день начисляется. Соответственно, у меня там довольно-таки, так скажем, много партнеров, так как я платный, соответственно, с них 100% у меня вот такой вот, допустим, на что все-таки трафик можно, он, ну, он для трафика. Хотя, может быть, и для заработка тоже в дальнейшем. Но мне сейчас, в первую очередь, нужен трафик, соответственно, я его разгоняю. Я не забираю оттуда деньги, я покупаю пакетов больше, чтобы было больше, больше, больше пакетов, больше трафика. Соответственно, больше, больше доход. Больше доход, больше покупка. Чем больше доход, ну, в таком плане. А, да, и, кстати, вот насчет связи между платными кликами. На самом деле, как, наверное, в любых площадках аналогичных, да, платные клики берутся откуда? Человек, одни люди покупают рекламу, покупают пакеты, покупают, там же много, вот, разные рекламы, там не только пакеты есть, там есть баннерная реклама, там есть, можно заказать на первую, на главную страницу рекламу, то есть у всего есть своя цена. И, соответственно, чем больше людей заказывают рекламу, тем больше вот этих вот платных кликов появляется. И время от времени, иной раз заходишь, их нет, допустим, потом войдешь, через какое-то время раз, они появились. То есть их можно посмотреть. Это зависит только вот непосредственно от всей вероятности именно от количества выкупленной рекламы. Чем ее больше выкупают, тем больше люди могут заработать на кликах. Хотя лично я это трафик нужен, это для продвижения GVO. Лично я использую для продвижения сервиса GVO. Можно использовать для любых сервисов, но именно вот так трафик. Мне он именно для этого нужен. Ну и, соответственно, главное не забывать, что чтобы вам все начислялось, если у вас есть пакет, если у вас есть партнеры, надо обязательно, чтобы у вас раз в сутки были просмотрены 10-20 секундных реклам. То есть это квалификация. Там даже в кабинете время меняется. Если вы просмотрели их, и у вас 24 часа до завершения остается. Вы зашли, допустим, утром, зашли вечером, опять посмотрели, их у вас опять 24 часа до завершения. И лучше всего, если у вас, особенно если у вас есть там партнеры, чтобы это время не заканчивалось, не обнулялось. Потому что если оно обнулится, по всей вероятности, вы уже ту работу, которую выполнят ваши партнеры, вам уже не оплатят в этот период. Хороший вопрос. Через какое время примерно можно ожидать ощутимых результатов? Знаете, у всех время очень разное. Вот кто-то месяц мучается, кто-то два, кто-то три. Знаете, есть люди, которые за года нигде ничего не добиваются, а есть люди, которые с первых дней. Вот, у меня есть такие партнеры личные, которые на полном периоде уже людей подключают. У меня есть в моей ветке партнеры, которые меня обгоняют, которые пришли намного позже меня, они в лидербордах меня обгоняют. Как вот можно сказать,
через какое время можно ощутить какой-то результат. Все зависит от ваших действий, смотря что вы будете делать. Если вы будете сидеть, то, скорее всего, результата не будет никогда. А если вы будете действовать, если вы будете изучать в первую очередь, во вторую очередь действовать, пускать трафик на ваши страницы захвата, работать со своими партнерами, которые нуждаются в помощи, ну, соответственно, результат будет такой. Трудно сказать. Ну, мне вот... Ну, я же тоже, ну, как скажем, тоже месяц на месяц не приходится. В один месяц у меня больше партнеров, в другой месяц меньше, и, соответственно, так же и продажи. Единственное, что они есть у меня всегда, потому что я постоянно с этим работаю. Но если просто немножко так посмотреть по лидербордам, ну, у меня, я практически, ну, как каждую неделю у меня есть регистрации. Иногда 5, 10, иногда 15. Ну, соответственно, кто-то же из этих людей потом оплачивает, становится партнером, и все двигается дальше. Все зависит от вас. Спасибо. Нет, ну, на самом деле, я вот сказал, я ни грамма не лукавил, я действительно лентяй, потому что я так много чего не доделал, что хотел, что собирался, и так не смог себя заставить, скажем так, у меня много недоработок. Я не считаю себя каким-то вот таким вот деятелем, который прям в руках все горит, ничего подобного. На самом деле, если бы, возможно, я больше времени этому уделял и больше усердия, у меня результаты были бы намного выше. Просто есть некоторые вещи, которые довольно-таки не сразу, так сказать. То же самое продвижение сайта, продвижение блога, вот это вот SEO, оно вот это вот индекс, это же все не сразу происходит. Чтобы вот эти вот поиск попадать, надо постоянно с этим работать. Вот у меня, к примеру, с этим всегда были проблемы. Я человек не творческий, я сяду статью написать, а у меня в голову ничего не лезет. Так что далеко не все. Я, наверное, скорее больше все-таки арбитражом занимаюсь практикой. Но, хотя сам понимаю, что надо заниматься еще и SEO, то есть и развитием своего бренда, и SEO-продвижением, писать статьи, больше пользы давать. Ну, сейчас я стараюсь все-таки, пока акцентрировал свое внимание на канал YouTube, соответственно, стараюсь все записные тренинги, все записные презентации и любую новостную информацию, сам записываю какие-то там определенные уроки. Ну, все, так скажем, для удобства людей. Если человеку что-то интересно, что-то нужно, я, в принципе, могу ему скинуть свой канал, на свой урок, где я там, допустим, об этом рассказываю. И в то же время это, опять же, продвижение личностного бренда. То есть люди меня знают, что я знаю, знают, что можно ко мне обратиться с вопросом. Ну вот, еще вот сайт мне блог занес. Так что да, лентяй я. Так, лето у меня появилось 17 висящих партнеров, 9 партнеров. Они будут удалены из системы или будут иметь шанс позже проплатить, снова работать в системе Перелевич. Вы немножко неправильно представляете себе дерево партнеров, потому что дерево партнеров – это хостинг аккаунты. Перелевич немножко по-другому. Они
они будут висеть какое-то время, и даже в дереве не будут пропадать, даже могут какое-то время быть даже зелеными, как проплаченные. Есть такой вариант. А сколько времени их будут держать, я вам точно не скажу, но я боюсь, что если они никаких действий не совершали, а просто не платили, то их аккаунты будут заблокированы. Совсем другой вопрос, если они обратятся в техподдержку и объяснят, допустим, что они по какой-то причине не могут оплатить свои аккаунты и попросят приостановить их деятельность, как, так вот делается правильно. Соответственно, какое-то время будут остановлены, они потом смогут проплатить, и все заново будет работать. Хотя я в своей деятельности сталкивался с людьми, которые довольно-таки долго не платили, и потом оплачивали, и у них начинали работать аккаунты. Но сколько это точно, я вам не скажу. Возможно, это может даже меняться. То есть это уже внутренние уставы компании, которые могут меняться. Поэтому если я вам сейчас скажу 3 месяца, я могу вас просто обмануть, потому что, может быть, когда-то было 3 месяца, а потом компания изменилась и сказали, зачем нам всяческие партнеры, давайте через месяц убирать. Единственный вариант, конечно, это связаться с техподдержкой. Самый лучший вариант. Но этот вариант, конечно, он только для тех, кто не оплачивает, а вам они ничем не помогут. Если ваши партнеры не оплачивали, то вам надо связаться с вашими партнерами и узнавать, что не так. А если они хотят заново подключиться, ну не заново подключиться, то есть активировать снова свои аккаунты, то уже им надо напрямую связаться с техподдержкой, и они уже им точно скажут, могут ли они оплатить, либо их аккаунты будут полностью заблокированы и создавать новые. На бесплатном аккаунте за 2 просмотренных сайта 1 кредит. На платном 1 кредит. Да, вот правильно сказал Сергей. И я, значит, все-таки не ошибся. Просто у меня не было бесплатный аккаунт. Практически сразу я его делал платно, поэтому я такие подробности точно не помню, но вот все-таки я не ошибся. Так оно и есть. И, соответственно, когда вы трафик направляете, трафик мозгом, там, понимаете, вот как. Там же есть, можно и баннеры сделать, и, соответственно, к баннеру будет привязана ссылка страницы захвата. Либо можно просто зайти в раздел «Мои сайты» и без баннера создать ну, так, страницу захвата. То есть, там несложно там название, сама ссылка на страницу. И если у вас, так скажем, реклама будет не таргетированная, то есть она будет показываться всем, да, то у вас с этих кредитов вот как раз один кредит будет равен одному просмотру. Если у вас платный аккаунт, вы, скажем так, посмотрели один сайт, вам начислили один кредит, и вы этот один кредит истратили на то, чтобы кто-то посмотрел ваш сайт. Если у вас будет реклама таргетированная, то есть вы выберете какую-то определенную страну или определенный континент, или даже город, ну это, конечно же, вообще явно лишнее. Но, да, для некоторых реклам можно выбирать страну, потому что, допустим, ну нет смысла, если небольшой, нет смысла показывать всем, допустим, русскоязычную страницу захвата. То есть американцы не поймут, что там говорят, видео, допустим, нет. Есть как раз. Вот в случае, когда у вас таргетированная реклама, да, с выбором, то у вас уже будет 2 кредита, это один просмотр. То есть 2 раза меньше. Также и при покупке пакета, там дается при покупке пакета, это 1000 просмотров. Ну, соответственно, если у вас таргетированная будет, то будет 500 просмотров. Ну, скажем проще, если у вас будет очень много трафика, да, допустим, у вас будет крутиться постоянно 100 пакетов, то, по-моему, уже нет смысла заморачиваться на какой-то таргетинг, потому что у вас трафика будет так много, что да все равно кто его будет смотреть. В таком плане там можно, по-моему, располагать
15 сайтов одновременно. Если у вас очень много трафика, то ради бога, пускайте его. Одну там на Pure Leverage, одну на хостинг аккаунт, одну на английскую, одну на русскую, одну на Fold, Payday, на Justin Cost, там, на год бэкап, на вебинар, еще куда-нибудь. 15 сайтов, пожалуйста. Английский, русский, как угодно. То есть именно для этого был добавлен трафик мозг. Не для заработка. Тема Flow of Payday продвигается как результата. Ну, знаете, я, в принципе, вам могу показать, если интересно, могу просто показать здесь через трансляцию свой кабинет Flow of Payday. Я точно не помню, там, более 3500 партнеров. Я не знаю, как вы считаете, успешно это или нет. Так, скажите, пожалуйста, как поступить, я не могу войти в свой аккаунт Traffic Monsoon после просмотра рекламы сайта при вводе своих данных, повторно переводит на рекламный сайт. Но вообще, в принципе, может вы просто что-то неправильно делаете, потому что когда вы только входите, запускается реклама, это как раз первая страница. Она показывается, потом загорается синяя кнопка, такая «Download», то есть «Войти», вы на синюю кнопочку нажимаете и попадаете в свой кабинет. Если же у вас такого не происходит, но единственное, что могу посоветовать, попробуйте все сделать то же самое через другой браузер. Бывают такие ситуации, когда у кого-то, допустим, с Google Chrome бывает проблема, у кого-то с Mozilla. Попробуйте другого браузера. Ну, да, Сергей уже тоже ответил. Вот, кстати, Виктория ответила, ну, да, более подробно, на мой взгляд. Вернее, на вопрос про аккаунты, правда, не уточнила, в течение какого времени, ну, не 10 лет они там хранятся. Появилось несколько новых компаний, но когда будут для них нет. Так должно быть. Так, Нина, какие именно вы имеете в виду компании? Потому что во всех компаниях есть коды. Если вы имеете в виду код для импорта писем, то есть импортированную компанию, код есть JustinForce свой, есть код FlowPayday, есть Fast Plugin сайт. Единственное, что сама компания писем Fast Plugin сайте не имеет писем. Ну, там, так скажем, предоставлено больше для сбора подписчиков, с которым, в принципе, вы сами можете из своего аккаунта пообщаться и разослать письма. А во всех остальных компаниях, что JustinForce, что FlowPayday, полностью импортированы письма. И компании, если просто вы зайдете в свой личный кабинет, там эти коды есть. И вам спасибо, что пришли. Так, сейчас не могу понять. Ну, я вот понял ваш вопрос. Не понял, напишите по-русски, потому что я вот лично не понял, что вы хотите, какие компании вы спрашиваете.
Так, добрый вечер. Я получил письмо на почту Ханджио Инджея. И хочу тоже заниматься этим бизнесом. Обращаться я не знаю, английский язык, пользуюсь переводчиком. Так, то английский язык вам не нужен. Почему, сейчас объясню. То, что у вас будет отжали письма, просто значит, вы попали в его подписную базу. Соответственно, они приходят на английском языке. Но если вы будете подключаться, то там полностью русифицированный все аккаунты и хостинг аккаунты, и переверишь, там все полностью на русском, просто надо в профиле поменять на русский язык, все. И также и письма. Кстати, вот, обратите внимание, что если использовать, допустим, страница захвата из русской версии аккаунта, соответственно, письма будут на русском языке приходить. Если использовать страницы захвата с английской версией, то они будут приходить на английском языке. То есть, если вы, допустим, взяли, переключили свой аккаунт на английский и решили, допустим, поработать с англоязычным трафиком где-то на каком-то ресурсе, допустим, для англоязычных пользователей использовать вот эти вот страницы захвата. Соответственно, если тот же самый Peer Leverage с английской ссылки, с английской страницы захвата будут попадать люди, и, соответственно, они будут получать на английском языке. А если у вас по какой-то причине, там, допустим, было такое, что заметили, что, допустим, ваши партнеры получают на английском письма, то есть смысл зайти в систему следования за клиентами и посмотреть, правильно ли у вас там стоит язык. Язык в письмах можно еще и менять. Если были случаи, что на английском языке, тогда нам просто зайти и переключиться. Там все это делается довольно-таки легко, если сами не можете справиться. У нас замечательная техподдержка, которая работает в онлайн-режиме. Она практически по всем вопросам, даже по техническим вопросам, я по себе знаю, обращался. Мне надо было перейти сайт с того хостинга другой. У меня имелся на другом хостинге сайт. Мне сказали сделать бэкап, предоставить его. То есть я предоставил весь доступ вот именно в технический отдел. И они мне мой сайт перенесли и полностью установили. Вот даже до таких вопросов решается. Не только денежные там, не только с сервисами, но и даже более глубокие. Там не все на русском кабинете. В каком кабинете у вас не все на русском? Не все на русском. Может быть, вы не в русском кабинете, может быть, вы просто с переводчиком переводите. А, фримаркетинг от Джоя. Да, есть. Я просто пропустил. А, кстати, хотел бы еще вот напомнить, возможно, не все видели, в Фейсбуке Майк размещал, что в хостинг-аккаунте страница, основная страница захвата теперь изменилась в видео. Это другое видео. И кому интересно, зайдите в Фейсбук, нажмите, посмотрите, как выглядит, или зайдите в свой кабинет. А вот про как раз про фри-маркетинг, да. Я объясню, почему на английском языке, потому что для англоязычной, так скажем, публики, для русскоязычного пространства сделан. Он несет в себе бесплатное подключение на какой-то период, я даже точно не скажу на какой, потому что, ну, это не для нас. Имеет, знаете, вот имеет значение, то есть, если вы зайдете в английскую версию аккаунта, вообще можете там увидеть, что что-то добавилось лишнее, то, что у вас не было. Немножко есть разница. Да. Не все работа, что у нас работает у них, и не все, что работает у них, работает у нас. То есть не все условия. Потому что, к примеру, подключение за $1
практически на любой аккаунт на неделю, на пробу, это было сделано именно для русскоязычной группы. Потому что в свое время можно было подключиться за $1 к какому-то одному сервису, а другой надо было оплачивать уже полностью. А сейчас сделали так, что можно подключиться и на хостинг аккаунт за $1, и тут же подключиться на PeerRelay за $1. То есть это опять же пошли на уступку нашей русскоязычной команде. Так, появилось несколько новых. Так, ну это я уже. Ну когда я не. Ну, я так и не могу вас понять. Вы попробуйте зайти в свой аккаунт и списаться с поддержкой, потому что я читаю ваш вопрос, я никак не могу понять, что у вас не так. Возможно, они смогут разобраться. А каких кодов у вас нет? Я просто не понимаю. Да, люди, кстати, зачастую зря стесняются, потому что, ну, это бизнес, это серьезный бизнес. Если у вас что-то не получается, это серьезный сервис, серьезная компания, у нее серьезный, соответственно, не зря же все-таки GVO гарантирует возврат денежных средств через 30 дней. Это же тоже не просто так. Компания, так скажем, ручается за качество своей продукции и, соответственно, дает возможность вплоть до возврата денежных средств полностью, если человек что-то не устраивает. Поэтому и техподдержка работает абсолютно на высоте, чем почти всегда в онлайн-режиме. Так, да, может быть. Я вот, если честно, туда не лазил, и у меня нет такой большой аудитории англоязычной, чтобы работать. Я использую, конечно, англоязычные ссылки, но как там дальше происходит. На самом деле, англоязычная аудитория, она, я не скажу, что она больше подключается, или что-то на самом деле, наверное, нет. Как раз наоборот. Потому что и хоть их намного больше, да, нас, допустим, 60 миллионов, а их там миллиард или полтора, что очень много. Но и сам их не нет, он настолько завален и пестрит разными предложениями, а люди там, скажем, такие же, как и мы. Есть кто-то более продвинутый, есть кто-то менее продвинутый. Все они там такие же. И только так кажется, что их не такой, у них там больше трафика, да, на самом деле там предложений намного больше, чем у нас. У нас вообще, у нас в Рунете мусора очень много, а предложений на самом деле не так много хороших. Поставил трафик консул 80 кредитов на маму, это 40 кликов за 2 суток, то это 4 посетителя, 36 кредитов еще не использовано. Почему так медленно? Медленно? Ну, значит, не так много людей смотрят рекламу, или очень много людей, наоборот, ставят свою рекламу. Так я вам не могу ответить на это. Наверное, сможет ответить только основатель трафик консул, Чарльз. Не знаю, но я знаю точно, что без таргетинга они быстрее, намного быстрее ходят. Ну,
значит, думайте, что вы хотите, либо более качественно, либо более частое. Поставьте без таргетинга, они быстрее будут проходить бесплатные показы. Как быть, если у вас русские и американские партнеры, как письма посылать? Ну, я так понимаю, что американские, наверное, партнеры регистрировались по американской ссылке, ну, так скажем, по общей, да, по англоязычной, а русские-то по русской, соответственно, с какой страницы захвата они регистрировались, такие письма и будут приходить. Так что, в принципе, не вижу в этом никаких затруднений. Ну, это, в принципе, если там партнеры с головой, они, знаете, без вас, если честно, уберутся. Я же перевожу английские письма на русский. Почему американцы не могут русские, в конце концов, перевести на английский? То же самое может быть. Хотя на самом деле система исследования устроена так, что письма приходят в зависимости. Просто почему у нас приходили английские, потому что одно время, именно вот во время этой вот смены и становления русского кабинета, так скажем, русскоязычного, было подключение, по-моему, курс там по английской версии. Костенька аккаунт точно по английской версии был. Возможно, Кирилевич тоже. Именно поэтому, потому что по основной ссылке, поэтому и при регистрации там было даже все по-английски. Сейчас это все изменилось, сейчас уже при регистрации Костенька аккаунт, ну, как я знаю, идет все по-русски, соответственно, и куда будет человек регистрироваться, помните, и будут к нему письма приходить именно из системы исследования, ну а уж из системы Александра Ивановича, там все по-русски. Ну, пока он не запустил, будет в дальнейшем система, которая будет работать, значит, и письма на английском. Если рекламировать Peer Leverage на англоязычных ресурсах, а аккаунт на русском, как поступить в данном случае? Письма настроены под русскоязычного пользователя. Я же уже объяснял. Это делается очень просто. Если вы хотите рекламироваться на англоязычном, то есть действительно тратить на англоязычные какие-то ресурсы, вам просто надо зайти в свой личный кабинет, зайти в настройки профиля и поменять там русский на английский. И переключить кабинет, то есть временно переключили кабинет на английский, у вас все ссылки на страницы захвата станут основные англоязычные. Вы их скопируете себе, именно те, даже посмотрите, куда они ведут, потому что они ведут, там будет видео, все по-английски. Соответственно, соберите потом для своего собственного удобства, и чтобы, соответственно, русскоязычным уже русскоязычные ссылки и обратно перейдите. Вы же можете менять все язык. И там есть разница. Вот меняйте, попробуйте язык и посмотрите, какие у вас баннеры и какие у вас страницы захвата, и куда они ведут. Будут совершенно другие видео и другие надписи. Я живу в городе Шамбе. Мне трудно с кем-то поговорить. У нас нет этого бизнеса. Куда и по какому адресу обращаться? Хороший вопрос. Как понять, у вас нет этого бизнеса или Шамбе? Бизнес международным. Интернетом. В принципе, есть везде и Шамбе тоже. Ну, если вы по-русски пишете, значит, по-русски понимаете, а, допустим, все системы Александра Ивановича, допустим, они все на русском. Вообще не вижу никакой проблемы. Причем интернет, он стирает грани, вы можете находиться в Душанбе, а ваши партнеры могут быть на Дальнем Востоке, или в Америке, или в Европе, разницы никакой нет. То есть вам нужен только интернет и знания. Хороший продукт.
Надеюсь, я ответил на ваш вопрос, потому что вопрос на самом деле очень серьезный насчет бизнеса где-то. Ну, есть такая вот, люди сталкивались с проблемой в Беларуси. Была страна, я уж не знаю, с чем это связано, скорее всего, в Беларуси. Что-то там, может быть, потому что у них тоже свои законы. Пропал из списка вот именно во время подключения. Ну, даже в этой проблеме есть решение через техподдержку, когда человек может вернуться в другую страну, то есть со своими данными, а потом обратиться в техподдержку, и страну поменяют как положено. Просто я не знаю, какие причины, но она пропала из списка. Раньше была, потом не стала. И люди обращались, говорили, как я не могу пройти регистрацию, потому что нет списка моей страны. Но это тоже не проблема. Другую страну, другую Украину выбрали, регистрировались, тут адрес, конечно, свой полностью прописали, зарегистрировались полностью, потом обратились в техподдержку, вам страну поменяли. Все. Так, написать, ага. Ну да, вот насчет техподдержки. В принципе, я не знаю, может быть, если Виктория еще здесь, может быть, скинет прямую ссылку. А в любом случае, вы можете даже, так скажем, не войдя в кабинет, воспользоваться, ну, писаться с техподдержкой. Нажать кнопочку «Помощь» и взять тикет и отправить им. Из кабинета вы прямо онлайн можете пообщаться. А извне, наверное, хотя может быть даже и онлайн есть, но это надо прямую ссылку. Вообще-то на кнопочку вы нажимаете, вот, где написано 24/7, и вас перебросит на поддержку, то есть можете списаться. Так, ну, в принципе, я думаю, что, наверное, уже ответил на все вопросы. Больше вопросов вроде нету. Тогда всем спасибо. Ну, и до встречи. Еще увидимся.